Дело в том, что нужна его личная явка в трезвом, адекватном состоянии, его желание. Он пишет заявление, нужно будет пройти медкомиссию. А прийти забрать его из квартиры никак нельзя, когда он будет трезвый? Ну кто этим будет? У вас там, вы же в военкомате, там же у вас военные есть, может, они могут приехать. Объясните ему, какие условия, там, финансовые, в том числе коммерческие, чтобы он сам пришел, чтобы он приготовился, чтобы он не пил за день. Сколько, не знаю, ну, точно не буду вам утверждать. Питание, проживание тоже входит? Трансфер тоже входит, да? Нужно ему прийти, ему тут все расскажут и по полочкам объяснят, что, как, почему, зачем. Появится у него желание, захочет он пойти служить. Каждый раз, как выпьет, он сразу же как бы про Россию, про Путина, про, ну, то есть победу, про войну. Ну, видно... выпившие звонят, хотят служить, но утро трезвые уже не хотят. Поэтому, смотрите, приводите папу в чувство, смывайте его, помойте, побройте, оденьте чистую одежду, пускай приходит в военкомат, ему тут все расскажут. У нас есть начальство, там, я знаю, есть просто... которые разговаривают именно с человеком, который желает идти по контракту.